Вчера, 8 июня 2023 года, в Красном море на оживленном пляже отеля Dream Beach в Кургаде произошла ужасная трагедия. Люди с понтона увидели акулу, плавник которой разрезал гладь моря очень близко к берегу. В этот момент в море находились люди. Из-за криков акула, купающиеся в море, стремительно пытались доплыть до понтона, где они могли бы быть в безопасности. Уплывайте! Все произошло очень быстро. Быстрее, уплывайте! Акула – это рыба, которая находится на своей территории. И погружаясь в воду, каждый турист должен об этом помнить. От нападения акулы в Красном море погиб уроженец Архангельска, 23-летний Владимир Попов, который жил на этот момент уже несколько месяцев в Кургаде и работал на фрилансе иллюстратором. Помочь парню пытались спасатели, пытались отогнать акулу, но у них не получилось. Погружаясь в глубины Красного моря, необходимо помнить, что оно является домом для 44 видов акул. Некоторые из них вполне безобидные создания, которые обитают только на больших глубинах и питаются планктоном или мелкой рыбешкой. Однако среди этих акул встречаются и опаснейшие для человека виды, которые часто нападают на человека без видимой причины. Пасть акул усеяна огромными острыми зубами, которые легко могут оторвать конечность. Последние годы очень часто стали отмечаться нападения акул на отдыхающих в Красном море, которые в большинстве своем чаще всего заканчиваются фатально. Насколько можно спастись от нападения акулы, находясь в непосредственной близости от нее? Вот этой женщине удалось выжить после встречи с акулой. И вот что она рассказывает. Я тот самый человек, та самая женщина, которую в 2010 году вынырнула из... Я же ее не видела. Я поняла, что это акула. И я вижу, что вот... Плавник вот здесь у меня прям под боком, прямо около меня. Уже включаются вот эти вот механизмы, которые вами не управляют. Просто, если понимаешь, что вот этот вот дикий ужас животный, он, конечно, это вот говорят, что человек, вот говорят, содрогнулся от ужаса. Мы не понимаем, что такое содрогнулся. Я понимаю теперь, что это такое, я это пережила.